14 сельских семей из 6 районов области стали сегодня обладателями сертификатов на получение социальных выплат для строительства жилья. Любовь Степанова – начинающий фермер. Хозяйство пока небольшое. Вместе с мужем, свекром и свекровью выращивает овощи, разводит кур, а с недавнего времени еще и индюков. Сейчас семья живет в квартире, в мечтах переехать в свой просторный дом. Строительство уже начали. Коробка возведена, окна вставлены, крыша. И вот все-таки планируем на средства его достроить и переехать уже в новый дом. О своем доме грезит и Михаил Крючин. Стены первого этажа будущего семейного гнездышка молодой специалист сферы АПК уже построил. На 1 600 000, полученные в рамках программы, он планирует все работы завершить. Михаил с женой и двумя детьми живет в поселке Крессы и никогда не променяет спокойное село на шумную городскую жизнь. Когда я учился, не очень нравится. Город суета раз большая. Допустим, даже на работу надо куда-то их на автобус ждать, стоять на остановке. А так в поселке более тесно и попроще. По традиции, большая часть участников программы – молодые специалисты на селе. Все они работают в организациях агропромышленного комплекса, социальной сфере или занимаются фермерством. Сегодня сертификаты получили 14 семей из 6 районов области. И это только первый этап. В нынешнем году по программе планируют получить жилищную выплату более 30 человек. Условия выгодные. 70% расчетной стоимости жилья берет на себя государство. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 47 миллионов рублей. Вероника Карпесонова, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение.